И нужно продолжать ту кампанию, которую мы начали еще в начале этого года. Обязательно нужно продолжать акции протеста. Тем более мы знаем, что на осень запланирована масштабная приватизация государственных предприятий. В первую очередь должны быть акции протеста в регионах, поскольку, возможно, у кого-то складывается ошибочное представление о том, что незаконие происходит только в Кишиневе. На самом деле альянс, как заразная бацилла, распространился по всем регионам. Я считаю, что гражданское общество совместно с партией коммунистов должно устроить альянсу тотальную войну. То есть мы должны быть везде, мы должны бороться всеми демократическими способами. И потому что если так будет дальше продолжать, и мы ничего не будем делать, мы можем потерять просто государство. При этом давит уже даже на собственных местных избранников, которые уже сами, по сути, очень недовольны тем, что связали свою жизнь с такими партиями. И, по сути, именно в регионах необходимо проводить акции протеста. Как это, для чего? Я считаю, что стоит продолжать и расшатывать этот альянс, который и так загнил, для того, чтобы, наконец, наступила справедливость, чтобы народ легче вздохнул, чтобы эти крахоборы, у меня нет других слов, наконец исчезли с политической арены страны. Ребята, нам нужна сплоченность. Сейчас на съезде никаких разговоров о каких личных амбициях. Мы должны программу утвердить новую. Мы должны начать работать. Мы должны свергнуть этот альянс. Мы должны поднять экономику страны. Социальные вопросы решать. У нас уйма проблем. Поэтому желаю всем успехов. Вперед!